Символично, что открытие областного слета состоялось на территории молодежного патриотического центра с возложения цветов у памятника защитникам Брестской крепости. Затем молодых людей, а в этом году поучаствовать в фестивале собралось 10 пар, была возможность ближе познакомиться с историей, работой и жизнью молодежно-патриотического центра. Основная цель слета – сплотить семьи. БРСМ является огромной семьей и дружной семьей. Второе, то, что мы можем поднять срез проблем, которые сейчас волнуют молодых семей, и действительно им подсказать, где можно эти проблемы решить. Мы не говорим даже о финансовых проблемах, мы говорим о проблемах моральных, семейной устойчивости, психологии, прощения друг друга и так далее. И мы говорим о том, что действительно каждая семья может поделиться своими традициями и опытами, как эту семью сделать еще крепче, связать еще крепче вот этими узами. Данный слет позволяет молодым семьям оторваться, так сказать, от своего быта, познакомиться с другими семьями всей нашей области, показать себя, показать свои лучшие качества. Ну и самое главное, провести время немного не так, как они обычно это делают. Молодые участники фестиваля слета стали свидетелями церемонии регистрации брака в военно-полевых условиях партизанского отряда. Постановка, отражающая быт 40-х, состоялась в импровизированном блиндаже. Теперь, бойцы, я объявляю вас мужем и женой. Вперед на совершение новых побед и достижений. Далее молодые семьи объединила выставка-презентация «Комсомольский экспонат». Здесь все желающие представили различные предметы и фотографии своих семейных архивов. Тематические стенды, комсомольские путевки, значки, партийные билеты, элементы формы и даже огромные караваи, посвященные столетию в ЛКСМ. Коллекцию значков к столетию в ЛКСМ мы собирали совместно с Ивацевической городской библиотекой. Вот, в коллекцию вошли значки также наших бабушек, дедушек, там, прабабушек. Визитная карточка будет у нас тоже такая интересная для молодежи. Послушать очень-очень интересно будет. В ходе двухдневного слета активисты побывали в агроусадьбе при Лукоморье, где познакомились с азами ведения малого бизнеса в деревне Леплевка на озере Селяхи. Программа слета оказалась, как всегда, разнообразной и насыщенной на события, соревновательные и обычные приятные моменты.